Раз, 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 два, раз, два. Раз, 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 раз. Раз, 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 два. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Раз, 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 два, раз, два.
мониторинг был отключен. Мониторинг был отключен тут. Барика. Все, наш затор. Так, бәріне сәлем. Біз азғана уақыттан кейін Атырау Мюзик Комьюнитидің кезекті жиналысын жалғастыратын боламыз, бастайтын боламыз. Бүгінгі күні стриммен бақылауларыңызға болады YouTube-тан. Сілтеме Атырау Мюзик Комьюнитидің Telegram каналында тұр. Қосылыңыздар, қараңыздар.
essentially is a community of everybody doing a different part, everybody being different, everybody, you know. And in a household, you learn about authority, right? You learn about order, you learn about selflessness, you learn about organization, you learn about competition, and that's what a family gives you.
заблокировался? Сейчас. А, окей, так ты? А? Да, я вот сейчас хочу. Ниса, трек верно тоже, Узнен. Это вот эта девушка, Амаля. Да, она вот показывает тоже свою девушку. А? Минуту. Так, сюда немножко, не, мы на кто-то брал, не, купите. Оп, оп, все. Идеально. А, да? Кулеш? Звук? Да, да. Всем добрый вечер, уважаемые участники Атрау Мьюзик Комьюнити. Рад вас всех видеть сегодня, как обычно, во вторник, в 7 часов. Как вы могли все заметить, у нас сегодня огромные изменения. Сегодня первый эпизод, который транслируется онлайн, транслируется на платформе YouTube. Таким образом, мы выходим на мировой уровень. Всем спасибо, всем огромное спасибо. Да, ну, исходя из того, что мы в трансляции, сделаю небольшой kind reminder. Не используйте слишком абсолютные слова, слишком такие выражения, скажем так. Ну, я про мат, да, грубо говоря. Да, окей. Люди подходят еще, садятся. Прошу вас взять стульчики там, если там не хватает. Итак, как обычно, мы начнем с того, что я немного расскажу про то, что такое AMC, Atrau Music Community. Atrau Music Community — это сообщество всех неравнодушных к музыке людей, будь это продюсеры, композиторы, слушатели, музыканты, все, кому нравится музыка в целом. Вот. И как в целом проходят наши встречи? У нас есть группа в Телеграме, Телеграм-канал Atrau Music Community, который также и называется. Там мы делимся информацией касательно нашей группы. Также туда вы присылаете свои демо-треки, которые потом я буду проигрывать в порядке их появления. Да? Опять-таки, еще раз напомню, канал называется Atrau Music Community, без пробелов, в Телеграме. Туда вы можете прислать свои демо-биты.
Вот. А также после того, как я приглашаю сюда одного из участников, мы прослушиваем трек. По регламенту у нас один трек на одного участника. Поэтому выбирайте, исходя из этого момента. Да. И, соответственно, после того, как мы прослушаем трек, мы обсуждаем его все вместе. У нас есть один микрофон для зала. Для всех желающих вам достаточно лишь просто поднять руку, и мы передадим вам микрофон. Вот, в принципе, все. Я думаю, мы готовы к тому, чтобы начать сегодняшний вечер прослушивания. Потому первым участником я хотел бы сюда пригласить Ильяса. Прошу. Всем привет, меня зовут Ильяс. Сегодня довольно очень много людей, прям это очень сильно радует. Очень много друзей. Вот. Честно говоря, я удивлен, что первый, потому что вроде как, наверное, были люди, которые до меня отправили, да. Или как? Были, но... Ну, ладно, да, неважно. Сегодня у меня одна демка, потому что народу у нас много, естественно, и больше демок не будет. Ну, давайте послушаем слов, пока ничего говорить не буду. Спасибо. У кого? Ой. Вроде все, да, нормально вроде. У кого какие замечания, там, представления? Мне кажется, баскетаров слишком много. В этом и смысл. Ну, пока такой возможности нет у меня. А, у микрофона даже есть. Так. Ну, дам пару комментов по треку. В целом понравился очень вайб. Такой довольно джазовый, но с нотками нео-школы. Как я уже отметил, хорошая такая, знаешь, кочевая партия на басу. Нравится слэп-техника, естественно. У меня дома тоже есть бас, и иногда я тоже так же балуюсь. По именно непосредственно треку я бы начал бы, наверное, сразу непосредственно с того момента, где все инструменты вступают. Вначале, если не ошибаюсь, там была чисто басовая партия, да? Да, ну, может быть, сделал бы чуть короче, да, вступление, ну, чтобы как бы сразу, да, это все зашло. В целом звучит довольно цельно. Может быть, можно добавить какие-то еще более
мелкие элементы, какие-то лики, какие-то небольшие партии, не повторяющиеся, помнишь, о чем мы говорим, чтобы добавить вариации и таким образом сделать трек еще немного более насыщенным. Вот. А вообще, в целом, это демо-трек, да? Ты планируешь его закончить, завершить? Ну, на самом деле... Так, немножко фонит микрофон. Все началось с написания бас-партии. Я 2 месяца назад приобрел себе бас-гитару. И просто сидел, играл, и потом придумал риф. Ну, решил просто записать. Это, больше сказать, демка для того, чтобы испытать бас на написании музыки. Но мне понравилось, как звучит демка. Я что-нибудь придумаю с ней. Продолжу, в общем. Также для тех из вас, кто знает Ильяса, мы можем сказать, что это его главная фишка. Это вот партия на электропиано. Она здесь звучит так же чисто, очень мягко. Вот, реально нравится твой стиль исполнения. Спасибо. В целом, классная демо, Ахмед. Если есть желающие из зала, прошу. Окей. Все, good. Да. Да, я на самом деле хочу немножко модуляцию там развития сделать, и там уже играть пальцами, а не слэпом. И будет немножко мутнее звук, да. Именно такое разнообразие, кажется, немного будет как бы явно делать. Да. Так, гармония, прям такая удобная гармония, главное, вакансий не хватает. Ну, поищем. Я не знаком, к сожалению, с творчеством, поэтому не могу вас понять. Да. Спасибо. Если есть еще желающие, прошу. Да, и как обычно, как также по традиции, в каждой встрече я попрошу вас быть более открытыми, не стесняться выражать все ваши мысли, идеи, так как для нас, музыкантов, это очень важно, да, важно услышать трек ушами слушателя. Думан? Да. Ну, к сожалению, мои возможности игры на бас еще не сильно позволяют разнообразить, но буду стараться. Спасибо. Если еще желающих нет, то скажем спасибо Ильясу. Спасибо огромное. Спасибо вам. Так, у нас, по-моему, кажется, одна из камер отключилась. Вроде как. А, вот, все, появилось. Да, появилось. Так, отлично. Идем дальше. Следующий у нас по списку как раз-таки Думан. Прошу. Также, прежде чем Думан начнет, я сделаю опять-таки небольшое объявление. У нас наши встречи делится буквально на 2 части. У нас будет перерыв ближе к 8 часам 10 минутам. 15-минутный перерыв, после которого мы продолжим слушать музыку дальше. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Думан. Я бас-гитарист группы Кизен. Вот, когда это получается, 2 недели назад примерно мы записали вот то, что я тебе скинул. Это одна из наших песен, которую мы записали
почти полностью вживую. Гитара через комик была записана, но бас и барабанная программа, ну, бас... Вести. Не, бас не вести через звуковуху, а, да, барабаны вести. Addictive Drums. Вот, все. А, песня не особо сведенная, просто некоторый мусор с гитары там почищено просто, и все. Ну, думаю, начну первым. Как я уже несколько раз упоминал, когда-то в определенный этап своей жизни я слышал именно такую музыку. Это потом я испортился и стал писать электронику и хип-хоп. Шучу. Ну, в целом, я буду больше обсуждать именно по идее самой, так как сведение, мастеринг, ну, это демо, правильно? В принципе, это не так уж сложно сделать, можно там все почистить. Ты, в принципе, сам понимаешь, как ты сам сказал, да? Во-первых, нравится прогрессия, нравится сама идея, да, трека. Вот, что мне нравится в твоем прогрессе? От трека к треку все чище слышно разграничивание партий, да? То есть я уже конкретно понимаю, что вот здесь, например, интро, здесь у нас идет припев, далее у нас идет куплет, например, да? В твоих более ранних работах было немного... сложно разобрать, так вот, без вокала, да,
И в целом, да, хочется очень похвалить за это. Также, да. А, окей, окей. Все, понял, хорошо. Секунду. Да, вот так будет лучше. Так как это первый раз, когда мы транслируем наши трансляции. Бер. Есть турма? Да. Вот теперь еще раз. Бер. Да, супер. Икик. Отлично. Поэтому у нас, да, возникают такие небольшие технические моменты. Спасибо вам за ожидание. Вот, продолжим. В целом классная идея, нравится. Я слышу здесь уже конкретный трек. Есть специальные выделенные места для вокала. Мне кажется, нужно доработать и можно выпускать как сингл. Это наш из группы песен старых, Худл Майму называется. Мы на концертах играем, да. Это просто мы записываем. Ну, я просто хочу записать все вживую, лайв. Ну, типа, гитара живой, бас живой, барабаны живые, полностью без каких-либо VST-плагинов, инструментов. Да. Это попытки в эту сторону. Вот. Ну, в принципе, если, например, вот по партии говорить, именно барабанной, она здесь, в принципе, единственная, написанная через компьютер, VST, правильно? Она звучит довольно органично. Я бы, может быть, добавил какую-то дополнительную перкуссию, какие-то звуки металлические, да. То есть, в принципе, можно найти, во-первых, ты уже пользуешься довольно качественным плагином для этого. Можно поиграться именно с Velocity, поиграться со звучанием именно. И именно для этой партии, в принципе, можно использовать VST. А в дальнейшем, да, конечно, было бы классно переписать все на живые барабаны. Ну или попробовать использовать электронные барабаны, через них записать. Ну да, это немного другое. Хорошо, если есть желающие поделиться мыслями из зала, прошу. Получается, это уже готовая песня, да, кизеновская? Только к ней, типа, аранжировка, да? Да. А то я думаю, что-то слышу, что-то знакомое, и прям представляю голос Сулы, как он орёт. Вот. Сулы сейчас не хватает, что он там вокал записал, и всё. Вот. Удалённо работать, не знаю, у Сулы там что-то... Скинуть ему демку и... Ну это... Я ему скинул демку, вообще в целом демки вот эти вот, вариации тот скинул. Ему остается только там, либо там записать, но он скоро, в феврале уже приезжает. Ну, либо вот здесь запишем, вот. Cool. Другие вопросы? Что у тебя? Тандат. Негізі бұрын ойнадыңдар ма, негізі бұны? Иә. Самурайдан басқа, андай, соған акцент қойып, андай, көрмей алған сияқты, как будто. Несі, гармониясы күшті бәрі. Соңында соло бар ғой. Ойнаған гитармен. Тоже соған менде бір идея бар, типа, кішкене жоғарғы струналармен ойналған ғой, кішкене соған тағы да жоғары октавада тағы да ойнап көрсе, вообще жақсы болады сияқты негізінде. Солоны тағы да одан сайын кәдімгі гитараның шегі үзілгенше бар ғой, андай. Сондай нәрсе естігім келді, сосын анау вообще гармония жағынан екінші часть құруға болады сияқты, типа, мысалы, аккорд F, G, потом АМ-ға, может, типа, мен естуім бойынша енді гармония жағынан. Тағы да аккордты былай тағы өсіруге болады сияқты ары қарай. Типа, біріне айналып тұр ғой қазір. Сосын, прогрессиясы. Сосын қайырмасында кішкене өзгереді, потом екінші куплетті тағы да үстіне қосып, сөйтіп түскен тоже сондай вариант жасап көруге болатын сияқты. Барабан живой ма? Әлде? Барабан плагин. А, окей. А бас сосын гитара былай жазыңдар да? Бас, гитара жобай. Соң өзінде негізінде кәдімгідей драйвпен настроение өліп теріске шығып тұр негізінде. Одан сайын тағы да жасап жүрсе, вообще сондай банағыдай ойларым бар негізінде, если жақсы шығады деген ойдамын.
Ну, соло сұрақ, вот, по соло, там, просто, типа, этот, партия қалай, типа, соло, партия соло нормальная, хорошая? Вот так? Привет, солнышко, привет, как дела? Честно, я так разговариваю с Юга. Дело в том, что я очень рада, что такие люди, как ты, еще есть, потому что в Казахстане очень недооцененный вид искусства — это рок, потому что никогда не было такого пика, что любили казахи рок. Это невозможно, потому что так был с ребятами, которые делали такие вещи, их всегда во многом не уважали либо не слушали. Я очень рада, потому что, чтобы ты дальше развивался. Я хочу, чтобы ты дальше развивался, чтобы через какое-то время я тебе позвонила и сказала: братан, сделай мне, пожалуйста, бит, потому что я хочу сделать что-то роковое. И честно, я должна знать, что мы не должны оставаться только на этом той бизнесе. Я хочу услышать такие клевые гармонии, я хочу услышать нашу гитару казахскую, клевую. Я бы хотела, чтобы ты не останавливался, потому что реально этого никто не делает. И я очень ценю то, что ты слушаешь такую музыку, потому что это реально считается для меня реально авторитетом. Спасибо. Ты молодец, не останавливайся, реально не останавливайся. Я жду от тебя больших высот. Спасибо. На этом спасибо, Туман, Ахмед. Хотел бы пригласить нашего следующего участника, Ибрагим. Как дела? Присаживайся. Так, приветствую всех. Меня Ибрагим зовут, 26 лет. Сейчас хочу вам представить трек, я его написал года 2-3 назад, но вот никак не могу выпустить, он как будто меня не устраивает, поэтому хочу послушать ваше мнение. Шагаю бит вслепую, твои взгляды меня атакуют. Никуда не скрыться, но не волнуюсь, я остаюсь здесь. Но мы не играем, скажет ты не знаешь. Но я знаю все о тебе, но я знаю все о тебе. Подойди немного ближе, я твой фанат. Видимо, в этом я сам виноват. Знаешь, что это, но я сам не рад. Что уже утро и что мне пора. Подойди немного ближе, я твой фанат. Видимо, в этом я сам виноват. Знаешь, что это, но я сам не рад. Что уже утро и что мне пора. Вместе забудем с тобою те дни. Вместе потушим с тобою огни. Вместе забудем с тобою те дни. Вместе не будем, теперь мы одни. Если из памяти удалить меня как-то, тогда ты бы со мной. Даже не думай, что твой разум и чувства дал из-за бейсбой. Я душил себя или тебя во мне, в общем, с перебоем. Если из памяти удалить меня как-то, тогда ты бы со мной. Я судим, будто отстать, преследует всегда без меня. Как бы ни вело, где бы я ни шел, по-любому все тропы тебе. Не вижу, куда иду, но зато всех на виду. Мысли на ветру, и огонь потух, но мы снова находим искру. И снова тащим, и ты здесь больше, чем все эти сучки, поверь. Эти пацы палят, но они не знают, только взгляд скрывает тонны грусти и печали. Но она идти продолжала, если бы только ты знала. Заберу с собой всю боль твою. Нам не страшно ничего. Вместе забудем с тобою те дни. Вместе.
ты потушим с тобой огни. Вместе забудем с тобой те дни. Вместе не будем, теперь мы одни. Если из памяти удалить меня как-то, тогда ты хоть со мной. Даже не думай, что твой разум и чувства дал и без боя. Я глушил себя или тебя во мне, в общем без перебоя. Если из памяти удалить меня как-то, тогда ты хоть со мной. Если есть желающие из зала, прошу. Перехватил. К сожалению, я не особо прислушивался к тексту, но это нормально, я всегда текст особо не слушаю, но аранжировка очень интересно звучит, необычно в нынешнее время, и у меня ассоциация с песнями из 2000-х. Барабаны там, очень интересно. Ударные, да, прям очень классно. Спасибо. Привет. Хотелось бы сказать, просто сделай спидап, и сделай вирусное видео в ТикТок. И все. Реально, ты зацикливался на одном все время, 3 года, говоришь, ждал. Это самая, наверное, большая карма для музыкантов, потому что я тебя прекрасно понимаю, когда ты зацикливаешься в себе, и ты дальше не растешь как музыкант, понимаешь? Ты должен делать, выпустить это, а потом делать дальше. Потому что у тебя нету прогресса, ты останавливаешься на одном песне, ты уже 3 года на одном месте. Поэтому нельзя. Делай. Вот, выпусти его, сделай спидап, сделай что-нибудь и дальше что-нибудь делай. Мне кажется, ты можешь еще больше, еще больше, чем эта музыка. Я считаю, что это хорошая музыка. Сделай. Просто ТикТок заливай, ребята. Это реально клевая вещь. Попробуйте себя. Реально, это, мне кажется, из-за того, что ты слишком скромный. Видишь? Вот эта скромность не украшает музыкантов. Реально. Ну, говорят же реально то, что, например, выпущенный трек лучше, чем задроченный, да, грубо говоря, который ты полируешь, да? Ну, не знаю, я как-то... Пока мне до конца не понравится, не могу выпустить музыку. Но все-таки, солнышко, я думаю, 3 года – это очень большая. Ну, здесь меня, наверное, многие поймут, что вот в этом плане, да, пока тебе самому не понравится, ты не можешь ее выпустить. Не знаю, вот как-то так. А если мы скажем, что нам понравился? Ну, если вы скажете, тогда сразу выпускаю завтра. Ну вот, а вам понравился, ребята? Спасибо, спасибо. Добавлю немного тоже, да. Действительно, есть такая культура better done than nothing, да. Если трек у тебя уже 3 года, я так представляю, скорее всего, у тебя больше вот то, что ухо замылилось. Ты наверняка прослушал его, ну, более 1000 раз, да. Ну, словесно, да. И в какой-то момент ты уже не совсем понимаешь, типа, как он на самом деле звучит. И как раз таки для этого MC существует, да. Спасибо. В целом, какие идеи по самому треку, да, вот как отметил Ильяс, реально, хоть и в целом звучание более вот из новой школы, но подбор инструментов реально указывает на вот то, что ты явно, да, то, что ты слушал, то, что, ну, как бы, ты явно знаешь, что такое музыка 2000-х. И это, на самом деле, мне это нравится, да, это такой приятный трибют тому времени, музыке того времени. И момент именно непосредственно, вот, я понимаю, возможно, вот гитара, да, основная там, которая перебором играется, это сэмпл? Это... Или ты сам наиграл? Это я наиграл. А. Я не помню, какой плагин был, но я наиграл. Ага. Ну, я бы, знаешь, что сделал? Ну, мне так послышалось, мне кажется, этот сэмпл, он просто вот буквально в течение всего трека идет. Да? И я бы, например, либо добавил какую-то гармонию поверх, либо же с помощью, ну, просто скопировал бы на другую дорожку,
понизил бы на октаву ниже, положил бы наверх. Таким образом, там, где у тебя припев идет, вот именно в этот момент, чтобы там было разграничение, да. Ну, и либо же прибегнуть там каким-нибудь эффектом, например, в какой-то моменте ее просто заглушить или наложить какой-то дополнительный эффект из дилеев, ревербов там и так далее, да. А в целом так, мне нравится. Действительно, трек очень кочевый. Действительно, вырисовывается твой собственный почерк. Вот на данный момент мы прослушали уже два твоих трека. Они оба действительно классные. Реально крутой став. Ахмед, если есть еще желающие из зала? Я думаю, да, наверное, на этом все. Спасибо, Ибрахим. Угу. Так, следующим сюда я хотел бы пригласить Айдена. Хорошо. Бәріне сәлем. Есім Айдын. Музыка айтам, музыка жазам. Жасым 23-те. Бетпе айналысып отқаныма 23 жыл болды дейді ғой біреулер. Сондай тема тоже. Көп кішкене ауыр өлеңдер жазып кеттім. Содан кейін кішкене демалайын деп. Жақсы бір жеңіл, жылы сондай трек жазып көргім келді. Отырдық, Тайни екеуміз. Тайни тоже артист. Тағы да бір фит жаздым, омен. Тыңдап көрейік, сосын ойларыңызды айтарсыздар. Как и всегда, я не знаю, когда выходит Айден, реально сложно что-то добавить, что-то там типа изменить. Реально очень классный вайб, мягкое как масло, говорят же, действительно, такой шелковый звук. В целом такой лоу-файный вайб, очень классно звучит. Как я уже успел отметить, голос Ербола здесь совершенно по-другому звучит, иначе. Тайнио. Сори, я постоянно путаю. Сори, забит.
басе, поэтому я думаю, почему оно звучит иначе, да? Вроде его голос я знаю, что-то типа, like... Так, по-моему, у нас камера там остановилась, да? Да? Есть такое? Окей. Да, кстати, момент, прежде чем мы продолжим дальше, по возможности, если кто-то подключен к интернету Infinity Eco Park, попрошу вас переподключиться к 3G, потому что, возможно, из-за Wi-Fi он немного... Да, 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 надеюсь, тоже. Ну, да, все супер. Теперь главный вопрос вообще по дистрибьюции, то есть когда вы планируете в целом это вытаскивать? Кашан шарамс десе. Бит, негизи әлі біткен жоқ. Тек қана гитарамен, сосын гитарамен, сосын барабанмен, трампартиямен ғана тұр негізінде. Қатты бір не жоқ. Сол кішкене әлі де битті ашу керек сияқты, екінші частында, может. Себеп тыңдағанда скучно болмау үшін. Бұйырса, уже бір 60%-ке дайын трек, ары қарай шығаруға кішкене ғана жұмыстар қалды, сведение, мастеринг қана қалды. Ары қарай жақсы болады деген ойдамын. Қалайсыңдар десек. Микрофон. Бәріне сәлем деп. Обычно ойлайсың деп, кімнің дауысы тәттірек деп, айдындікі или тайдындікі, сендер екеуің бірге айтқан кезде вообще комбо отыр да. Еще екінші өлең вообще. Классно. Мен айтарымша, осы өлеңді күтем, өзім плейлистіме қосам, басқа менде өзімнің айтарым ойын жоқ. Керемет өлең, шынменде мықты шығарыңдар күтем, релиз күтем. Бол. Рахмет. Мен еще баяғдан еще X Project X болды ғо, сонда еще с тех пор еще мне нравится, какой Даня еще такой малыш был. У него голос вообще стал шикарный, да, ну как повзрослел. А Айдына творчество мне вообще давно нравится тоже. Его голос, вообще как он пишет. Но мои любимые песни это Gladness, вот такого стиля. Поэтому я считаю, вы вместе реально как комбо звучите. Это просто какой-то суперфит. Именно ваши голоса круто сочетаются. Да, я тоже очень это жду. Я уже выставила сториз и написала, что это точно будет хит. Я вам желаю удачи. Да, это точно тоже будет в моем плейлисте. Супер. Рахмет, парни. Ильяс, сочиняет письмо. О, Ильяс, это идет. Главный... Бәрі күшті, мұқты гармония, потом күшті дауыс. Вообще, действительно, очень классно, мне понравилось. Как всегда, Айдын, естественно. Я мен потихоньку вернем, хорошо. Рахмет. И другим советы, дейсің, шучу. Вот, Тайни молодец, успехов ему, потому что он уже как готовый артист. Салам, если смотришь трансляцию. Вот. Да. А так действительно предаться к нечему, как всегда, топ, все-таки это ты, Айдын. Все-таки, как всегда, пишешь четко. Вот. Рахмет. Салай. А, мен, Ильястан, просто андай прикол ставит ханжоком, просто Ильяс мықты клавишты ойнайды, сол үшін. Рахмет. Гармония жағынан сұрауға тырсам, Ильястан. Рахмет. Саған рахмет. Жақсы, рахмет онда барлықтарыңызға. Так, наш следующий участник. Я бы хотел пригласить сюда Амилят, правильно? Амалят. Прошу прощения. Сәлеметсіздер ме, қалдарың қалай? Менің аты жөнім Ақерке Амалят, мен Алматы қаласынанмын. Менің әнім шыққанына бір апта болды. Бұл демо емес, сондықтан да әрбір айтқан комментарийларыңыз енді қайтып келмейді. Сведениенің нашар екенін білем.
Биттің нашар екен білем, түк те жасай алмаймыз. Сондан да жай ғана тыңдаймыз. Менен жақсы ән күтесіздер деп ойлаймын. Бұл бірінші әнім, сондан да сүрген айт деген ойдамын. Тыңдап шын бағасын беріңіздер. Ну это просто вынос, реально. Не, в целом мы реально поощряем то, когда музыканты приходят и исполняют живую, но это бывает крайне редко, потому огромное спасибо, это было просто замечательно. Я думаю, она достойна еще одних аплодисментов. Говори. Теперь вы начал. Все. Я думаю, у Енлик появился конкурент. Именно в плане казахского женского рэпа. Прям вообще бомба, реально бомба. Желаю успехов прям. Ну, Ильяс, я считаю, что нельзя никогда никого сравнивать. Не, ну это я так, это шутка. Считаю, что она уже достигла своего пика. Да, там. Честно, она очень клёвая. И я вообще другая. Я сделала эту песню для того, чтобы стать лучше, чем Енлик, там что-то планы. Я хочу стать кем-то больше. Я хочу стать музыкантом, который может делать и рэп, и пение. Потому что музыка — это не только пение, не только рэп, это не только танцевать, это что-то большее. Я всегда готова экспериментировать, я всегда готова делать что-то такое, чтобы мне это понравилось. Так что... Я жду, когда вы вырастете, ребята, я хочу с вами работать, давайте делать это, давайте стремиться, я очень рада, что здесь сижу сейчас. Спасибо, конечно, ребятам, которые меня пригласили сюда, потому что мне только Аллах привез сюда к вам. Если честно, вот так получилось, что я с вами вот сижу. Это я рада, что показала вам песню. Если вам понравилось, послушайте, пожалуйста, его, и давайте поддерживать друг друга. Я буду поддерживать вашу музыку, вы мою музыку тоже поддерживайте, ребята.
Этот трек уже вышел, да, получается? Да, тогда мы попросим вас, во-первых, вступить в нашу группу Atrav Music Community в Телеграме, во-вторых, прислать ссылку на ваш трек, мы обязательно сделаем репост. Вот. Да, один. Амалет, инглик турала не деда дейді. Мен негізтендадым бұл әнді. Менде бір сұрақ бар да, не битқа не емес, текст жағынан анау 27 дейтін не ол? 27 деген түсім. Одан артық бола бер негізі десең. Нет, знаете, что случилось? Короче, в детстве мне когда было 12 лет, я шла с урока на домой, и знаете, в базаре стоят цыганки. Нет, именно когда я прохожу, блин, она меня держит за руку вот так вот. И я испугалась, она говорит, ты умрешь 27. Я такая, ты чё? Ненормальная, что ли? И пошла домой. А мы же, знаешь, казахи какие люди, мы переживаем все это, пока ой-бай, домой ложимся спать, во сне это все видим, и мама утром аластаганский. Ну, ничего не получается, я не могу избавиться от самовнушения, понимаете, это детская травма. У меня детская травма, мне говорили, что я в 27 умру. Это маленькому человеку, человечку такое слушать, это тяжело. Я испугалась всего, что со мной происходило, и все это, за это время я вижу число 27 и начинаю пугаться. А я вам скажу, я училась в 27-й школе, я жила в 27-м кабинете, блядь, я езжу на 27-м автобусе, чтобы вы понимали, у меня номер заканчивался на 27-м. Я реально думала, ну все, ладно, я умру 27, как Эми Уайнхаус, ничего. А сейчас думаю, нифига, нифига, я буду жить. До 127, и всех переживу. Просто я реально хочу вам сказать, что не слушайте никого. Это просто на злости. Песня вообще вышла из-за того, что я дружила с человеком 4 года, и он мне предал. Он предал меня, и, короче, был Новый год, и я оставила мой аккаунт Инстаграма у него в телефоне. И он взломал, написал моим родителям, написал моим учителям. Очень хорошие слова, очень, поверьте, вот такие хорошие слова. У меня как раз учитель был не нашей ориентации, конечно, ему тоже хорошо пришлось пережить. И понимаете, и все это нужно было пережить мне, и понимать, что в это время, когда у нас в Алмате убивали друг друга люди. И я как казах, который приехал с Китая, как казах, который вот прям не могу, уж прям казахская. И я написала эту песню. Не для того, чтобы просто кого-то обидеть. Я просто в этой песне называется у меня мама Акын. Она сказала, ты чё? Өзіңді қарғыстап. Қарғыстап это когда себя вот, говоришь, умри 27, да? И она меня неправильно поняла. Наверное, я этим хотела высказаться. Высказаться в моральном. Что я устала? Да, я такая. Да, у меня ничего не получается. Давайте, да. Я не самая лучшая. Давайте, да? И это все понятно, но этим песнями я хотела выразиться как своим врагам, как и своим друзьям, что я больше никогда не буду такая, какая я была. Я иду вперед, я буду шагать по головам, но я никогда не предам музыку, ребята. Не оставайтесь, никогда не бросайте музыку. Музыка, если она родилась у тебя в душе, она никогда не уйдет. Ну, на самом деле, насчет вот, числа 27, большинство моих друзей знает, у меня такая же история с числом 13, но мне уже 31, да, поэтому это не особенно работает, вот, не думай об этом, просто вот, как вот, чего ты нам желаешь, я тебе желаю, не останавливайся, делай дальше, ты обязательно проткнешь эту индустрию и станешь одной из, и станешь той, на которую другие потом последствия будут равняться. Самое главное – не останавливаться. Да. Спасибо, огромное спасибо. Это было замечательно. Рахмет. Так. Я думаю, перед следующим участником на него упало очень сильное давление, да, после такого выступления. Именно поэтому я хотел бы пригласить сюда Ракена. Да. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Райымбек.
сахналық есімім Кәден. Кәден ол менің фамилиям. Өзім актер. Өзім әнші. Рум. И жоғы құрсын. Келес әнді тыңдап жүріңіздер, содан кейін сөйлесерміз. Орташа вальс билеуге болады. Күннің сәулесі көзге дәл түсіп, сағат бір түскі мен оятты түсімді беру күлкісі. Дауысы балдай, жаның жылындай, түрін көрелмай, қаудың берілмай. Оған бүгін тағы сұрмандай кезіп дүниені, сезіп бүн жүйелі желі есет маңдайға қалғандай. Жарық түс аспаннан, алдыма тастаған уайымдама. Мендегі дәу басталған. Жарық түс аспаннан, алдыма тастаған уайымдама. Енді мені әгерпей, мендегі еңге кейін көптен басып арышты қанды. Жаным жайтапты, жүрек қолыптан болса болыпа. Тапқан сон сені отбасы болған кезді жүз байыз. Жасаған Айдын, текстін жазған Нұржан, Қоми. Ал, ойларыңызды тыңдауға дайынмын. Шықпаған әді. Сәлем, қалың қалай. Жақсы, өзің қалайсың. Сіздің октаваларыңыз өте көп екенде, вокал жағынан өте мықты екенсіз. Молодец. Мне понравилось. Реально, мне понравилось. Я просто хочу, чтобы сведение было, да, клевое. Все, требует сведения, нифигово. А так, идеальная песня для всех казахстанцев, которые будут свадьбу делать, под этот танец будут точно танцевать. Я уверена в этом. Так что дерзай, молодец. Меня интересует, да, пару слов. Трек действительно вот, как ты сказала, как ты отметила, прям прямое попадание, да, под это хочется реально встать и потанцевать.
Единственное, как вот я тебе уже сам сказал, мне нравится барабанная партия. Она идеально подходит для этого ритма, да, в целом. Просто, может быть, звуки немного слишком резкие для данного трека. Ну, я слышу этот трек таким, знаешь, он типа как нежный, да, какой-то такой, более о чувствах. И меня все время не переставал вот замечать именно кик, да, то, что он такой какой-то слишком жесткий, что ли, для этого трека. То есть, грубо говоря, если пресет поменять, если это, например, инструмент, если это ваншоты, то просто заменить на более резиновые, более скругленные, да, чтобы они не так сильно выпирали. Или, может быть, просто срезать с того, что есть, верха, или там, чтобы оно звучало более плавно. А так, в целом, звучит замечательно. Нравится, что конец заканчивается, не обрывается просто так, а заканчивается именно вот с того, с чего он начался, да. И мне кажется, логически это очень подходит, да, то есть закончилось на соло, и вот этот проигрыш. Ну, я всегда был фанатом того, что треки заканчиваются не просто обрубаются, а как-то плавно, да, уходят вниз. Ну, я не про фейт, конечно, сейчас, но в целом. Вот, классный трек, как бы, ну, наверняка вы планируете, да, его уже когда-то выпускать? Да, я расскажу на все равно. Мне кажется, в следующий раз надо будет принести вот такая, видишь, типа, пластмассовая рука огромная, типа, сразу видишь. Да. Сол, классно. Если есть еще желающие... Да. Бана, на басында электропианомен басталып, потом сосын электропианомен бітеді ғой. Менде андай ой, типа, сондай сюжет болды, типа. Мысалы, екі адам қазір кездесіреді, а бірақ сен сырттай олардың ұжана өлем бойынша, трек бойы сен олардың болашағын көреді сияқтысың. Потом кері оянған кезде уже соңында әлі сол өлеңнің басы. Пойди, өлең аяқталған жоқ. Өлең басталды қайттан. Соңында. Сондай оймен типа жасалды. Сол түсіндіріп кетейін деген ғой. Рахмет. Ау, Ильяс Сулима. К сожалению. Ну ладно. На самом деле очень классно звучит. R&B баллада прям моя тема. Очень понравилась сама песня. Вот. Насчет того, что говорил Диас про драмки, это действительно так, немножко рисковато звучит. Ну, это ничего страшного. Да, потому что все-таки... Да, вот, самое главное. Звучит... Так как это R&B баллада, прям звучит по 80-м, по 90-м, кайфово, очень нравится. Вот. Рахмет Ракен. Так, я думаю, мы прослушаем еще одного участника, потом перейдем на небольшой перерыв. Перед перерывом я хотел бы пригласить сюда Strange Boy. Прошу, салам, представься, расскажи о себе. Всем привет, как я вижу, тут новые лица. Ой. Меня зовут Диар, мне 17 лет, я занимаюсь музыкой 2 года. Когда как пишу инструменталы сам, тексты свожу сам, все. Отлично, сейчас. Буквально пару секунд, и мы включим трек. Поехали. Забуду то, что было между нами. Твои изгибы, твое тело, как цунами. Ты незаметно потушил мою память.
Моя комната заполнена листами. Моя песня о любви, когда ты рядом. Ты просто полюбила меня таким странным. I'm very high, baby, но я быстро панул. Ты смотрел на меня влюбленным взглядом. Тебе еще нужно, ты мне просто объясни. Расписываю строчки в каждой строчке о любви. Последний лист остался, это мой последний миг. В каждом треке о тебе, но ты не веришь мне. Я встречу тебя вновь, когда буду гулять во сне. Наши имена расписаны на стене. Чувства не дают покоя, мысли о тебе. Я не забуду то, что было. Я потерялся среди чувств, я не знаю чувств. Слова звучали в твоих уст, я не уснул. Ты говорил мне, люблю, я не проснусь. Наша любовь горит дотла, теперь не до сна. Я потерялся среди чувств, я не знаю чувств. Слова звучали в твоих уст, я не уснул. Ты говорил мне, люблю, я не проснусь. Наша любовь горит дотла, теперь не до сна. Тебе нравилось смотреть на то, как я смеюсь. Но ты прости, я испортил все, и я сдаюсь. Я боюсь того, что меня ждет обычно трус. Ты всегда держал мои руки, я лечу. Я направляюсь ввысь, когда лишь рядом ты. Не посмотрю я вниз, теперь мы тут одни. Только я и ты, только я и ты. Только я и ты. Я потерялся среди чувств, я не злю чувств. Слова звучали с твоих уст, я не усну. Ты говорил мне, люблю, я не проснусь. Наша любовь горит дотла, теперь не до сна. Я потерялся среди чувств, я не злю чувств. Слова звучали с твоих уст, я не усну. Ты говорил мне, люблю, я не проснусь. Наша любовь горит дотла, теперь не до сна. Найс, nice. Замечательный трек. Oh, sorry. Привет. Привет. Ты мне очень понравился. Ты очень миленький, реально. У тебя внешние данные, ну, реально. Реально, он говорит о тебе, что тебе надо снимать реально что-нибудь и делать. Мне кажется, вот давайте не будьте скромными, ребята, просто включите камеру и сделайте что-нибудь. Мне кажется, мы все красивые, мы все сможем это сделать. Просто твои треки, они клёвые. Реально, тебе 15 лет, ты если такие делаешь... 17. Ой, сори. Ну, ты выглядишь еще моложе. Надеюсь, поймешь, что это комплимент. Я считаю, что музыка хорошая. И ты должен просто снимать что-нибудь. ТикТок, реально? Я только неделю в ТикТоке, я это осознала, что реально это работает, ребята. Это реально работает. Ты очень красивый. Реально, ты очень милый. Просто сделай это. Мне кажется, у тебя столько фанаток будет. Просто за одним твоим внешностью за тобой забегут столько фанаток. Я тебе серьезно говорю. И спасибо. С такой музыкой, с таким талантом, который сейчас делаешь, мне кажется, ты взорвешь ТикТок. Я тебе серьезно. Давай, дерзай. Надеюсь, да. Дерзай. Спасибо. Хотел бы добавить, он приходит к нам уже не в первый раз, и очень приятно слышать то, что именно в этой записи он очень хорошо поработал над вокалом. То есть вокал слышно куда чище, куда отчетливее, и он куда более естественно сидит в миксе. И это реально, это замечается, ну, это заметно сразу, да. Классный трек, действительно, мне очень понравилось, довольно кочевый, довольно ритмичный и лиричный, да. Конечно, да, каждый раз, когда речь заходит о возрасте, я поражаюсь тому, как много всего ты уже можешь делать к своему возрасту, да. В твоем возрасте я, наверное, ну, только начинал писать музыку, и последующие 8 лет я собирал ее в стол, никому не показывал, никому не проигрывал. Потому дерзай, действительно делай. Отличный трек. Ахмед. Ну, если желающих нет, то
Да, я просто хотела добавить, что мне чуть-чуть не хватило кульминации, или, может, я пропустила этот момент, но как будто вот нужно было какой-то, не знаю, как вы это называете, типа, да, вот, прям, да. И потом обратно такой припев, что-нибудь такое, вот. Хорошо, я учту это. Спасибо. Всем спасибо. Спасибо, спасибо. Так, а мы удалимся на небольшой перерыв, 15 минут, через 15 минут встречаемся здесь.
Уважаемые участники, прошу вас занять места, мы продолжаем. Так, да, сейчас проверю, вроде должно. Да, отлично, великолепно. Ну, мы идем дальше. Следующий наш участник Али. Thanks for slap, Ali. Представься, расскажи о себе. Всем здорово. Меня зовут Алихан. Псевдоним Thanks for Slap Ali. Извиняюсь, я думал, не будет так быстро моя очередь. Ну ладно. Я музыкальный продюсер. Делаю просто биты и делаю треки с артистами. Это, думаю, все. Да. Да, а у тебя есть два трека, можете. Так, давайте. Давайте, не знаю, второй, может. Окей, давайте. Thanks for the slap, Ali. Рахмет, Рахмет, спасибо. Если есть что сказать, давайте. Давай я начну. Так, сейчас переключу камеру. Ну, по самой прогрессии, прогрессия довольно приятная. Отметил, что у тебя также было два набора, да, драмов, то есть драм свитч. Второй снэр звучит реально прикольно, мне понравилось. Единственное, я, может быть, вот
момент, да, я не знаю, это может быть как мое личное субъективное мнение, я бы добавил чуть больше слоев. Даже если просто взять, например, из того, что есть, скопировать на еще какой-нибудь один инструмент, и опять-таки добавить, да, в те места, где, вот, например, у тебя либо куплет, либо припев, да, таким образом сделать какую-то дополнительную сегрегацию, да, внутри частей трека. В целом, также, как вот, что отличает твои треки, довольно кочево. Так, немного. Да. Вообще, как вообще по самому биту, это демо, ты собираешься выпускать его или оно на продажу идет, как это будет? А, он уже стоит, да? Прикольно, классно, супер. Классный трек. Я надеюсь, обязательно появится какой-то замечательный артист, который вытащит этот трек на более новый уровень. Да. Ахмед, Ярс? Так, бит, как обычно, как всегда, взрывной. Сосын, звучание казырга, типа Overdrive Pen, банага, Aeroid Kicks. Блин, менше, по звучанию, да, чисто хай-хет кішкене маған құлағыма тиді, да? Именно, кажется, громкие, просто кажется, громкие. Или она, сен софт клиппер салдың ғой, да, мастерге? Я соның есебінен, может, хай-хет тоже поднялся, наверное, я так думаю. И может, кики сделать немного тоже андай, халай, узкий ғылдырып бар ғой. Немного, да, такой. А то мында андай қатты, немного андай хосты бар сияқты болып тұр, да, маған? И менің ойымша просто немного ритмді тоқтатып тұрған сияқты, менің ойымша. А так, все в стиле. А кімнің, типа, қандай тайп-бит, мен соны кішкене түсіне алмадым. Экспериментально? Ну, мен де былай таба алмадым, да, то ли андай, то ли 4PFE там, да, типа Lil Baby, или что-то андай в стиле десятых по андай мелодиялар бар ғой. Кішкене андай какой-то мотивационно, типа, мысалы, Lil Baby десең, Lil Baby немного там мрачный же, а тут немного как-то андай как гимн бар ғой. Mm-hmm. Так что сенің жасап жүрген ішінен экспериментальный болып реально санауға болады. Так что смело. Манадай, реально артист керек, тек мында болды. Все готово. Что же, Север? Спасибо. Если есть еще желающие, прошу. Опять-таки попрошу вас быть смелее, делиться своими мыслями. Это все очень нужно для музыкантов. Окей? Ну, да, видимо, все звучит очень естественно, что ничего не добавить, ничего не убрать в целом. Рахмет Али, спасибо. Так, мы идем дальше. Я бы хотел пригласить сюда Наурзбека. Наурзбай, я прошу прощения. Здравствуйте, меня зовут Наурзбай, мне 15 лет, занимаюсь музыкой как хобби. И с друзьями пишем песню, я хотел бы показать финальный материал. В прошлом я его показывал последний раз, но это уже доработанный с авторскими правами, с основным сведением. Послушаем. В дальнейшем также небольшое напоминание, когда вы присылаете треки, пожалуйста, старайтесь присылать его в MP3 или в WAV-формате, потому что ну, не у всех есть определенные площадки стриминговые, ну, во избежание вот таких небольших задержек. Так, у тебя здесь есть Ярс, Яндекс.Музыка? О, окей. Да, зайди в свой аккаунт, если ты помнишь пароль, так будет быстрее.
Сделаю небольшой анонс. У нас осталось 5 музыкантов, 5 артистов, которые выступят вот, в дальнейшем. Потому готовьте, сейчас будем слушать. Также хотелось бы попросить, если кому-то там сзади можете сесть ближе, у нас есть пустые места здесь. Все, готово? И только ветер поднимает меня свободно в эту ночь, я теряю тебя. Декабрь шел, не пытайся ты себя поменять. Убью тебя, потому что так боюсь потерять. И только ветер понимает меня. Ты свободна в эту ночь, я теряю тебя. Декабрь шел, не пытайся ты себя поменять. Убью тебя, потому что так боюсь потерять. Я боюсь потерять. Когда мне плохо, серый дым меня спасает. Когда мне больно, только ветер понимает. Ветер сдует меня, и никто не узнает. Серый туман воспоминания забирает. И только ветер понимает меня. Свободно в эту ночь, я теряю тебя. Декабрь шел, не пытайся ты себя поменять. Убью тебя, потому что так боюсь потерять. И только ветер понимает меня. Ты свободна в эту ночь, я теряю тебя. Декабрь шел, не пытайся ты себя поменять. Убью тебя, потому что так боюсь потерять. Только ветер понимает меня. Свободно в эту ночь, я теряю тебя. Декабрь шел, не пытайся ты себя поменять. Убью тебя, потому что так боюсь потерять. Если я не ошибаюсь, то ты уже проигрывал этот трек, правильно? А, о, интересно, это ввиду того, что ты использовал сэмпл какой-то или? Нет, полностью бит был украден. А, окей. Ага. То есть в этот раз вы полностью воссоздали этот трек, правильно? Классно. Кто именно? А, о, найс, найс. Классно, классно. Ну, если честно, они звучат настолько идентично, что я думал, что это тот же бит. Попросту вы поработали над звуком, но оказалось, да, круто, круто, супер. По треку самому, как я уже до этого говорил, этот трек довольно лиричный, я бы сказал, и мелодичный, да. Если я не ошибаюсь, какие-то дополнительные эффекты были наложены на вокал, и это только в плюс, то есть стало еще более полным, да, вот это музыкальное полотно. Трек уже вышел, правильно? Да, обязательно кинь эту ссылку нам в группу, расшарим, поможем как сможем. Вот, классно. Если есть еще желающие, ребят, прошу. Что-то Илья, кажется, свой лимит исчерпал, да, на сегодня. Именно очередь. Что? А Дима? Продакшн вообще на уровне. Ренат, красавчик. Тоже молодцы, Гарин. Делайте, развивайтесь. Главное то, что основная AMC Архала, видим, да, как вы двигаетесь, как вы, у вас как все вот прогрессирует. Вот это вот.
И сол нәрсе қуантады реально. Так что давайте жасаңдар. Молодые ребята, делайте историю дегендей. Все, рахмет. Спасибо. Спасибо еще раз. Ахмед. Так, мы идем дальше. Следующий наш участник Гуми. Прошу. Всем привет. Я Гуми, сценический псевдоним Гуми Сол. В Инстаграме можете найти такое. Да? У меня вообще я начала музыкой заниматься летом. Просто начала писать демки, но до этого тоже писала демки. У меня есть две песни, которые сейчас на продакшене у Юрсултана, в Юрса, мы скоро выпускаем их. Ну, то есть основное, чем я занимаюсь, это я мотивы пишу на уже существующие биты. Битмейкерством я вообще не занималась. Но так как у нас есть Диас, который запустил курс по написанию музыки, битов в GarageBand, то я решила, почему бы себя не попробовать, и прошла у него курс. И это результат этого курса. Сразу говорю, что я еще не сильна в миксе, сведения тем более мне еще не снилось. Поэтому могут быть, конечно, какие-то, как это, ну, где-то может трещать, где-то может быть тихо. Это, ну, посмотрите на общую идею, пожалуйста, да. Это мой первый завершенный бит. Ну, как демка такая целая. Спасибо. Наверное, странно слышать это от своего куратора, сенсея. Ну, на самом деле, я слышал несколько версий этого трека. В принципе, слышал, наверное, с момента его создания, с момента, когда он написал первый небольшой набросок. И также хочется отметить прогресс. Нравится, что в целом это жанр этноэлектроника, довольно один из самых таких более редких, да, скажем так. Нравится выбор инструментов, нравится то, что в целом трек вроде бы и спокойный, но в то же время ритм довольно быстрый. Да? Нравится, что ты попробовала разные партии, то есть где-то бит громче, где-то он просто отмеряет ритм. Классно, я даже на самом деле слышу изменения, это последняя версия, которую ты подкрутила, правильно? Да, но я бы не сказал, что она настолько тише звучит, как ты говорила до этого. По-моему, довольно достаточно хорошо. Самое главное, что чисто. Самое главное, что все те изменения, которые
о которых я тебе написал, ты все их учла и внесла в новый микс, и он сейчас звучит куда чище, куда красивее. Молодец. Прошу, Ерс. Мен гумин бит на узен ойнай чирин, да, халайкен. Я бір андай. Бір фильмнің саундтрегі сияқты болып, сондай бір не болды да бір. Басына аяғына дейін бір... Бір андай... Өзіңше бір... сюжетпен істегенін көрініп тұр да. Тек манағы енді қалай... По технически жағынан енді айтатын болсам. Мелодиялар манағы ударный партиялардан қаттырақ шығып тұр да. Именно баланс просто, мен басқа ештеңе сен жатқан жоқпын. Осы манағы андай underwater эффект солда әдемі кетті реально. Типа неожиданно и приятно. Сол сосын ана драм партияда сен андай типа, как сказать, деп түсіватсың ғой, біріншісін түсесін, екіншісіне андай түспей қалып, позже андай снерді да именно. Соны ровно түсетін қылдырып бір жерін жасап қараш. Типа манағыдай ұстап-ұстап тұрасың да и жібересің да осылайынан, прям реально қалай түсу керек сондай айтып. Сөйтіп істеп көр. Сосын баланс тек именно кик драмдарды просто шығарып көр, или аналарды наоборот азайт. Есі шығармасаң. Сен наушникпен отырып жасадың ба? Да? Не, наушникпен жақсы ғой жасаған, иә. Главный, если саған өзіңе қалай, өзіңе сол звучание ұнапса, конечно, онда әңгімем жоқ. А так сондай нәрсе тек мен ескеретін. Жасай бер, тоже. Басқа айтарым жоқ. Ахмет, я буду еще рада послушать мнение. Так, это же тот маленький кусочек, который мы слышали 2 недели назад, да? Вау, ну, мне нравится, что здесь другие инструменты, чем обычно, что показывают обычно музыканты, и это вот сразу отличает тебя от остальных. И, ну, просто я еще лично знаю тебя, и я знаю, какой бэкграунд. Это еще больше дает понимание, почему именно такие инструменты, что и как. То есть это прям ты. И мне нравится, что через музыку мы можем увидеть портрет человека, который создает музыку. Я еще параллельно видела, как вы занимаетесь, и это был действительно такой путь долгий, мне кажется. Вы просто, я не знаю, как вы 4 часа сидели каждый раз, и слушали там, не знаю, новые термины, и все это запоминали, и параллельно пытались это воссоздать. Мне кажется, это требует большой концентрации, очень много отдачи, и ты справилась с этим на ура. Вот, спасибо. Поздравляю. Спасибо, это классные слова. Это прежде всего Диасу тоже комплимент, на самом деле. Еще мнение, не стесняйтесь, я хочу послушать мнение, просто серьезно, да. Также добавлю, что то, что вы сейчас слышали, было полностью записано и отмикшировано на телефоне. То есть это не полноценный DAW, это именно мобильное приложение GarageBand. И опять-таки, возвращаясь к тому, что ты отстроила правильно микс, ну я надеюсь, это не будет оскорбительным, если я скажу, что предыдущие твои версии этого демо, в них действительно были моменты, где звук клипал, где были аберрации звука, да. И то, что мы сейчас слышим, это то, что Гуми сделала буквально за вот 1-2 дня. Даже буквально... Нет. Не-не-не, именно... А, только что исправила. Да, супер. Даже так. Вот, потому классно. Спасибо огромное. Окей? Рахмет, спасибо, Гульмаржан. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо. Наш следующий участник – Мират. Прошу. Пока Мират не начал, можно я сразу скажу? Пусть все, кто ушли, кусают локти. Я уверена, что сейчас будет классно. Всем привет, меня зовут Мират, мне 18 лет. Я делаю... музыку в стиле рок, рэп, ну, как говорил Султан, казахша ему рэп. Вот, сол. Так, сегодня демку хотел включить из альбома, скоро выйдет. Можно вот это? Да, до первого. Thank you.
Ну, начну, как обычно, я. Так как мы уже слышали этот трек, в принципе, я, наверное, повторю, скажу, что трек в целом, да, он, кстати, вышел, да, уже? Или... А, это демка, да? Отлично. Ну, я к тому, что у тебя есть все еще возможность немного, грубо говоря, добавить немного к картине, да, звуковой. Сейчас вот мне пришла в голову идея, что я бы сюда вставил в какие-то моменты соло-гитару электрическую, да, с очень длинным хвостом, с ревером, да. Сюда именно напрашивается, да, что-то такое. При этом нужно сделать так, чтобы вот эта часть, чтобы она осталась тоже, да, чтобы она была. Да, да, то есть сделать поверх. И, ну, как я думаю, как я считаю, наверное, будет лучше добавить это ближе к концу, в соло, да. И в целом в те моменты, в остальные, я бы добавил, может быть, какие-нибудь кейс, но как бы более электронного типа, да, там можно, может, сверху дилей какой-нибудь накинуть. Совершенно короткая мелодия там из там 5-6 нот, например, там, или из 4 нот. Опять-таки для того, чтобы сделать чуть более полным, да, картину звука, но сама по себе песня, прогрессия, вокал, все отлично. По вокалу, может быть, чуть громче я сделал бы, я не знаю, может быть, это чисто мне так слышится, а так все замечательно. Опять-таки хочется напомнить... Опять упомянуть, что это довольно необычный жанр для Казахстана, как минимум, да. Потому тебе нужно продолжать дальше, продолжать писать в данном жанре, находить... Да, вот, как раз расскажи про альбом заодно. Скоро 4 февраля, в пятницу, хотел альбом выпустить, он будет называться... 4 февраля в пятницу хотел альбом выпустить, он будет называться «Бастама», а на русском просто «Началка», да. И там будет, скорее всего, 11 треков, и вот мы недавно в субботу и воскресенье два клипа сняли на песни. Вот. Вот жду саппорт. Ну, что еще сказать? Спасибо, да? Да, если у нас есть желающие из зала, прошу. Бәрін өзім жазам, иә. Тректің текстін өзің жаздың ба? Иә, иә. Сұрақ қойдым. Бит өзің жаздың ба? Жоқ, жоқ, бит маған балдар жазады Украинадан, Россиядан. Россиядан. Иә, Россиядан, мен Украинадан этот көбінесе. Сен ана стемс бармасың де, подружкам? Иә, иә. Подружкам бар да. Негізі кішкене андай именно басовый частоталар бар ғой, низкийлар. Солар кішкене көбірек көп сол білемін соны дұрыстайын деп жатырмын бүгін или ертең құттай просто тазаласаң иә иә сен вокалыңда шығатын сияқты менше а так по балансу сосын вокалында андай сенде 2-3 слой жасайсың ғой именно сол андай қызық шығатын негізі сол ғой фишка маған изюминка дей ма иә сол сосын маған диас айтқандай типа ана мелодия бар ғой дан дан даран даран дейтін үстіне сен гитара ойнай аласың ба иә ойнай аламын үстіне бағандай слой салып жіберіп жатыр как бы андай үшінші дауыс ұстаған сияқты ғой дан дан даран даран деп ну в смысле ну шында иә гармония бір пачка шығатындай да именно андай жесткий дисторшнмен или дауысыңа дисторшн салып дауысыңды гитара сияқты қылдырып ахалап айтуға болады артында бар ғой идея мысалы істеп көр екеуінде қайсысы больше шығатын ана сенің мотивіңнің өзі де негізі андай бір мелодия ғой сонда артына салуға болады да андай хорошо иә күтеміз альбомды рахмет бастама рахмет также обязательно как альбом выйдет обязательно скинь его в группу да да кстати обязательно если вы приходите на встречу МС прошу вас вступить в канал МС также ага хорошо
Рахмет, спасибо, Мират. Сделаю опять-таки небольшой анонс. У нас осталось два исполнителя. Сейчас я хотел бы пригласить сюда Сену. И вслед за ним у нас будет Angry Boy. Бәрін сәлем. Бүгін екіден қалып келедің. Біреу, екі минуттық, біреуі 30 секунд. Екінші просто бит ол, оған әлбім жазбадым. Біріншісі Нома, ағылшынша қазақша, инди жанрында жазам. Тыңдап көрейік. I just wanna do the way that by how will I let you go? And even a feeling raw. No more beeps on my iPhone. Ертеміз ашуланып керекіміз енді ғана алдыға қозғалуға сен керекі сен керекі Мен укулеле мен мотивім, текстін бәрін өзім жазам. 2021-де жазылып қойған 10 материал бар еді укулеле мен. Осы соңғы кезде видео түсіруге кішкене желанием ашылып, осылардың бәрін жазып тастадым да, енді видео түсіру керек. Сол, әуен бойынша ойларыңызды айтсаңыз болады. Иә. Сәлем. Арсену, қалайсың? Так, әндер ұнады. Бір нюанс бар, өзім күткенім бар ғой сондай. Ана қазақша жерінде сен керегі деп тоқтап қалды ба? Сол жерге жалғастырайық. Сен керегі, сен керегі. Одан кейін бар жалпы ар жағында кішкене. Сондай күтіп тұрдым. Сол сана кішкене бір транс қалып кететіндей не ғой. Андай немен реверппен беріп әлемге екінші партына жеткізу ортасында проводник. Сол әдемі болады деп ойлаймын. Сондай қоссаң, егер ойын тыңдасаң. Ондайлардың бәрін істеп көрдік, просто инди жасағасың, неде болады, алдында айтып жүрмін ғой, саған бір квадраттан шыққым келіп, сондай бір стандартный заттарды алып тастап, просто өзің қалдырып, кішкене адам бірдеңе жетпей алған сайын, адам одан сайын тыңдай береді ғой.
типа из-за этого свой степ сайм, типа. Инди. Да, по двум демкам, в принципе, да, вот первая, действительно, как ты сказал, она немного минимальная, да, как, типа, не хотел бы сказать сырая, да, потому что, в принципе, даже если ты так оставил бы, например, саму мелодию, да, и просто добавил бы вокал, там, все остальные пачки, оно, в принципе, и так зазвучало бы, да, как бы есть много треков, которые написаны в схожем виде, и тут, как бы, зависит от того, как ты именно это сам слышишь, да. Нравится прогрессия, нравится то, что ты экспериментируешь именно с укелеле. Я думаю, уже, наверное, давно пора открывать отдельный поджанр укелеле-поп. Приблизительно, да? Классно. Единственное, что я заметил по первому демо, оно очень громкое. Просто... Я не знаю, мне пришлось реально выкрутить, наверное, на середину, да, приблизительно. Уверен по звуку, если слушать, ну, так как это демо, наверняка я понимаю, да, что если ты будешь это выпускать, то Soul Jarns обязательно расстрастнее. А по второму, да, прикольно слышать, это как, типа, трэп-биты, трэп-драмс поверх укелеле. Ага. Екінші бетті пайдей бір жыл ұлып салысу жүргенімізге. 1045 вариант жасадық, әр түрлі не. И ағылшынша текстімен бәрімен дайын тұрған, осы күнегеше жапыш жасақ барадық, мәңа мүлдім шықпайды. Ана текстпен менің еше кейде, ана таңын солмадым дұрсын, қалай еттім бұрын, деуше шек көтінде оны ақып жадық. Кейін нәбет жасап шықтық, енді бұны новыдан текст жасып қойдым, қазақша ағылшынша тоже. Мен қазақша ағылшынша не жазам, себебі қазақша жеткізе алмаймын кейде. Из-за этого ағылшынша андай көп ешкім түсінбегесін, бәріне вау болып естіледі да не айтып жатқаның. Бірақ мағына бар әрине. Сол айтам. Айтсам болады ма, мен айтсам? Привет. Я привет. Добрый вечер, дегенде. Айтайын дегенім, просто шында укулелемен биттарды, демоларды есту өте, это очень редко происходит. И қазір тыңдағанда прям өзімде укулеле ойнаған кезімнен прям жүрегіме қатты жақын болды маған өлеңдерге қарағанда, кешірім сұраймын. Вот прям жалғастыра берші, я альбом жасаймын десең шығар, мен обязательно тыңдаймын, потому что прям өтіп кетті өзіме. Иә, рахмет. Мен де 5-5 тректен укулелемен екі альбом по идее дайындап қойған, бірақ әлі жазылған жоқ. Олар енді менде жақсы айтпай қояйын, жалпы күшті, бәрінің мотивтары өте әдемі, шығу керек алда уақытта. Сенбі, кстати, шықпай қалып бір рет трек. Джуз мюзиктің кесірінен 2-3 трек шықпай қалып. Солай тұр әлі, только джинжи платформада тыңдаймын десеңіздер, іздеп тыңдасаңыздар болады. Жарайды, рахмет, спасибо. Следующим я хотел бы пригласить Angry Boy. Эй! Так, представься, расскажи о себе. Всем привет. Меня зовут Angry Boy. Ну, короче, знаете. Сегодня я покажу вам жесткий бит. Писал вчера ночью. Скинул ночью. Сейчас последний, короче, показываю. Ну, это бит... стиль, как всегда, дрил. Я сейчас не могу без дрила жить, как сказать. Весь плейлист там. Pop Smoke, оно много, короче, еще. Ну вот, погнали. Oh,
оцените, пожалуйста. Я старался. Я вот думаю записать трек на дрил, снять клип, как одеться в черном, как сказать. Там балаклава, оно много танцует, думаю, залетит. Ну, вообще думал альбом сделать, дрил. И вот думаю, залетит или нет. Ладно. Прям в стиле шахтер. И она не сенсибит. Сэмпл ойнанул, да? Сэмпл бульнет, да, не менсан. Типа гроспин, ба? Гроспит, да? Адим шахан. Маған ұнағаны, типа, енді дрил бит, ладно, там, бәрінде андай драмдар бірде ғой енді. Стильно, күшті, бәрі жақсы шығып тұр. Андай, именно саунд, ондай не деп атайды, саунд дизайн ба? Типа, там, переходтар, басында басқа мелодия, андай, банағы, ше, бит свитч, соңында тажы андай, закрытый реверс клаппен бітіргеніме, андай. Соник зимде. Сонда тар, есте қалады, да? Реально, типа, зацениваешь, андай, они тоже, как сказать, сюжет сияқты тоже, да, бір, от начала до конца бір нәрсе бар. И ол осы идеяны, ондай, осы бит арқылы шығарғаның тоже, қалай, назарға алу керек деп ойлаймын, да? Типа, соны ескеріп айтатын да мен. Типа, анаған сол нәрсе. Жасай бер, дәрісті көп айтын. Сол кеше, сол бит сэмплы тауылғанда, сразу гросс бит қосып, уже понял. Уже ритм шықты ма? Е, прям, жестко меня качнуло. Со, разнообразие лақтырын, ойладым, просто драмка, просто тупо прямая драмка керек жоқ деп, кішкені. Аям. Е, помусолю деген сөз ой. Со, рахмет. Дерзко, я. Тоже добавлю немного от себя. Как сказал Ерсултан, очень понравилось то, что именно начало, да, нравится необычное интро, то есть поначалу, слушая только интро, ты точно не ожидаешь того, что будет дальше. Да? Также нравится, ну, грубо говоря, жирность данного демо. Да? Оно очень такое мощное, ярко выраженный ритм. Я не скажу, что я переслушал много дрилла, но из того, что я слышал, могу сказать, что твое демо звучит на уровне. Да? Действительно, нравится саунд-дизайн, нравится... не то чтобы уникальность, а вот этот вот своеобразный подход, да, к звуку. Вот. И как я тебе уже сказал, я считаю лично, на мое собственное мнение, у этого трека есть все, что нужно для того, чтобы стать виральным в ТикТоке. Если подобрать правильный момент, там, вырезать и положить на некоторые видео, должно быть, по-моему, реально круто. Вот, потому я не знаю, какие у тебя дальше планы на это демо, но какими они были, я думаю, должно получиться. Рахмет. Гуми? Ножом в колду. Не шучу, конечно. Я хочу что отметить. Привет, Андрей Бой. Молодец, ты такое все время, короче, Стас, ну, пишешь нам, типа, поддержите, мы там где-то, может, что-то не поддерживаем, но мы стараемся вообще всех поддерживать, честно говоря, ребята. Как Диас говорил, типа, в нашем возрасте мы видим детей, сори, ну, 17, да, ну, сори. И такие, вау, что мы делали? Ну, я лично, я думаю, что я делала в свои 17, да. И я просто в каждом, честно говоря, я просто отмалчивалась, но у каждого был рост, реально рост виден. И про этот конкретный трек я хочу сказать. Я в таком стиле от тебя трек еще не слышала, и мне вот это больше нравится. Вот из всего того, что я слышала у тебя, это прям вот, как вот Ерс говорит, история, но я типа тоже получилась же, у меня все-таки было 5 занятий, 1.5 месяца я училась, и я понимаю, что во всем, что мы делаем, должна быть какая-то история. Возможно, не во всех, конечно, как сказать, стилях, но это звучит очень круто, да. Мне вот тоже не к чему придраться, ну, насколько я могу сейчас слышать микс, все сведено красиво, все ровненько звучит. Так что я тебе скажу, типа, продолжай именно в этом направлении, да. Мне очень понравилось, да, молодец. Благодарю, спасибо, Ахмед. Так, мы идем дальше. Следующий наш участник Ерсултан. Бәріңіз сәлем.
Менин исим Ерсултан, мен бит жасайм, студияда жумуш жасайм, дауыстар свой тетем. Бүгінгі бірінші AMC-дің стримі құтты болсын. Барлық келген адамдарын бәріне рахмет айтамыз. Жақсы болатқан сияқты, менше YouTube-та. Жалғастыра берейік деп. Мен бүгін саған көрсеткім келеді бәріңе. Бит просто себебі, пайде демоларды да көрсеткім келеді, бірақ өкінішке орай эфирде оны көрсете алмаймын, кейбір артистердің нелерін. Сондықтан жай ғана соңғы жасаған просто битті тыңдап, маған ойларыңызды айтсаңдар, себебі маған идея кішкене важна, да, сендердің ойларың. Сондықтан давайте тыңдайық. Тағы да үстіне не қосуға болады деген сияқты идеялар болса, айтыңыздар сигналмен бәрін. Он ұнап тұр, я Качева. И этот единственное, что мне режет слух, это чих, это что у нас, снейр, да? Снейр, маха қаттылау, ма? Он прям қатты, прям очень прям от всей мелодии полностью отвлекает. А вообще вот сама идея мне нравится, особенно там вау-вау-вау. Ты вау-вау-вау, как сделал? Ну, банадай мен просто қалай. Әртүрлі өлеңдер тыңдап, сэмплдер тыңдап, бір-біріне, қалай, вообще жан-жақтағы бір-біріне қатысы жоқ звуктарды бірге қосып шығарып алдым мен. Және негізі әдемі, и видно, что они такие разные, да? Вот как до этого же был трек, Диас сказал, он как масло, типа smooth, light, butter. Ну, короче, вот если ты сможешь сделать это вот таким плавным, то это вообще будет очень красиво. Да, оно уже звучит как что-то единое целое, но прям я слышу, если бы это еще было еще мягче, как такой софт, вообще будет очень красиво. Оно будет такое релаксирующее, если этот снейр тоже уйдет. Мен просто мана реально дай него.
Ну, не сведенный сразу бирчи жасадым, да? Типа резко, короче. Не, ну, красиво. Просто вот ты смус делаешь и уберешь вот этот снейр, а в остальном мне нравится. Да, в остальном мне прям. Да, мне почему-то под эту песню хочется релакснуться, хотя звуки там вообще-то не релаксирующие абсолютно. Вот, мне нравится. Но они классно звучат вместе. Вместе звучат классно, да. Спасибо. Спасибо. Давайте. Не знаю. Здравствуйте. А я, наоборот, хотела сказать, что для меня вот этот снэр, точнее, это ринг-клик был, и он вообще прям кач задает, и мне, наоборот, понравилось. Прямо грув такой чувствуется. Ага. Мне очень понравился вот этот вот вав лид, прям вообще классный. Гитара, это гитара? Да, гитара. А, как будто синтезатор звучит, прям очень классно. Это гитара, да. А сзади вокальный хор. Да, слышно. И мелодия очень запоминающаяся именно гитарной партии, прям классно. И вот это вот вайб очень классный, именно сочетание такого какого-то олдскульного чего-то с современными трэповскими битами немножко. Да, это больше трэп, как жанр, трэп-соул можно да, назвать. Да, очень классно. По жанру, да. А что бы ты добавил сверху, например? Как? Вот для развития, или я просто там, если заметил, типа хор стоит, и во время куплета я просто хор, типа, low-pass делаю, короче, немного под воду, короче, отпускаю, и потом обратно таскиваю. Ну, я думаю, мне нужно еще несколько раз послушать, да? Чтобы понять, что не хватает, да. Если будут идеи, то... Поэтому если что, отправляй. Хорошо, отправлю, да, послушай. Да, да. Нет, микрофон надо, на эфир не будет слышно. Я просто дала коммент, как бы вообще, да, что это, да. Если будет смус, будет классно. А если не хватает, мне не хватает, знаешь, вот, если у тебя есть дроп, где под воду, такой, знаешь, как этот, россыпь, короче, или песок. Вот такие моменты, если добавить, еще будет. Просто когда я свой трек делала, я его назвала flow motion. Ты типа во flow уходишь, и там в воде, где-то еще. У тебя вот этот трек, он тоже так звучит, он какой-то такой flow. И если туда такие звуки добавить, движение, угасающие, потом наоборот нарастающие. Эффект, да, значит, выходит, да. Между ними, да? Да, такие эффекты просто, мне кажется, будет еще круче. Хорошо, да. Я подумаю. Мен де бірден сөйлеп жүрейін. Мен байқағаным, сен көп трек жасайсың, бит жасайсың да, басқаларға. Өзіңе келіп жасағанда осындай вайптар жасайсың. Алдындағы Досмұқасанның өлеңімен сен ремикс жасадың ғой. Иә. Тоже осындай. Да, маған қатты ұнап қалды. То есть, кейде тыңдап тұрамын. То есть, ол сенің нең сияқты да, андай стиль ма, я өзің вайпың ба, ана не бар ғой, Калифорния. Калифорния. Иә. Сондай сияқты, да. Мүмкін сияқты көп тыңдаған боларсың. Мүмкін де оларды кезінетін. Мәжеге үстіне тек сондай бір андай көп сөзі жоқ, оңай бір текст болса, әдемі осындай вайппен дерзкі кетеді. Иә. Деген бар. Хорошо, иә. Так. Рахмет. Сен сражаться ғой, не жетпей жатыр деп. Мне не хватило коротких каких-то звуков. То есть вот этот мотив, оно как будто повторяется, и в какой-то момент ты уже знаешь, что будет дальше, и как бы забываешь об этом, начинаешь там параллельно разговаривать, еще что-то. А чтобы вот удержать внимание и слушать, а что будет дальше, вот этого вот нету. Вначале только было вот интро классное было, там первый, я не знаю сколько, 30 секунд. Я, собственно, Бірде болып кетеді, я поэтому... Да, потом Бірде болып қалады, и такой звуки как будто долгие, и не хватает вот коротких каких-то звуков, еще сверху что-нибудь такое. Надеюсь, я смогла объяснить. Я примерно синтердаун, да? Я. Сундай болта, Менди. Или знаешь, может, потому что нету, может, это просто типа из-за того, что нету текста еще. Если, например, сверху будет текст, тогда, может, не нужны короткие какие-то звуки. Может, вокал, другие, да, инструменты, может, не нужны, да. И вокал, может быть... Такие короткие мотивы, да, может. Да, уже сюзге айланып кішкене, может быть, музыка, наоборот, вот, должна так и остаться во втором плане. Может быть, не знаю. Я, ну, как идея ретінде, да, реально, да. Если артист тапса,
кішкене өзгерістерге ұшырап, может, вообще тағы да азайып қалар, білмеймін. Я, сондай. Сондай, да? Ну, именно сейчас, без голоса, не хватает мне, ну, мне не хватило сондай бірдене. Все. Рахмет. Рахмет ойыңызға. Керемет. В целом, соглашусь с большинством комментариев, которые были даны по поводу демо. Я слышу реально old school, да, old school хип-хоп, и это реально классно. Ну, я думаю, просто в силу того, что мы росли на такой музыке, нам это как-то куда ближе, да. Конечно, да, есть много классных треков в новом направлении, новом звучании, да. Более того, мы оба с тобой пишем такие вещи для других исполнителей, но в душе, когда мы делаем для себя, мы более склоняемся, вот, сваливаемся в эту часть. Это реально классно. Если еще немного добавить свинга, то получится там Jay Dilla Type Beat, да, и это будет прямо реально nice, идеальное попадание. По мелодии я действительно тоже добавил бы какие-то короткие парты, какие-то короткие лики, как обычно, но тоже исходя в соответствии с общим вайбом, да, трека, потому что трек такой, как бы сказать, по-английски это будет laid back, я не знаю, как расслабленный вайб, и, например, сюда, например, хорнс уже не добавишь, да, потому что это он будет пробивать сквозь весь микс и будет в целом не попадать в настроение бита, да. Я бы сюда взял, например, вот Spitfire Labs, есть же Labs, там есть soft piano, самый первый пресет, вот на нем небольшую мелодию, да. И еще момент, опять-таки, да, конечно, если ты планируешь добавлять поверх вокал, тогда, да, в принципе, этого уже достаточно, да, потому что там будут пачки, будут какие-то эффекты. Просто момент может был бы сделать какую-то часть, где у тебя идет минимум драмов, то есть буквально только кик и снейр. Да, и перед этим сделать нарастание, но сделать нарастание не просто, типа как вот звук такой, а сделать его именно через партию, через инструменты. То есть если это пиано, то оно... типа его конец, вот именно там последние четыре такта, да, перед, то есть подготовить, да, к этой яме, например. А так, классный звук, реально, классная демо, очень нравится. Оно, мне кажется, дает такой очень приятный вайб, да, можно поставить там. Я бы, например, сказал бы, что оно могло бы подойти к подборке Chilled Cow, и же Lo-Fi, Да. То есть классно что-то делать, я не знаю, там, учиться, например, там, готовить под что-то такое, да? Оно реально расслабляет и придает какой-то такой вайб. Кул. Рахмет, спасибо огромное. Если есть еще желающие, добавишь теперь? Окей. Просто Сивиль подошла и... Да, я знаю, я уже внес ее в список. Приглашу Сивиль. Прошу. Ура! Расскажи о себе, представься. Всем здравствуйте. Это вообще моя первая музыка. Я была на курсе у Диаса. И первый трек у... Сори. Первый трек, в общем, это не совсем трек. Я писала джингл для своего подкаста, который хочу запускать. Вот, понятно, что вся эта музыка не влезет в подкаст, но как бы кусочки из нее я хочу туда вставить. Вот. А второй — это просто идея, заготовка. Я полностью не написала, вот второй трек, который я скинула. Ну, просто чтобы вы послушали саму идею. Вот. Давай послушаем. Thank you.
Прослушаем второй и потом все вместе обсудим. Так. Скачки, да, скачки здесь. Эпик. DLC, наверное. Сейчас, секунду. Опять-таки, начну первым. Действительно приятно видеть прогресс, тем более в такое короткое время. Вот особенно по джинглу. Я, наверное, слышал его с момента, когда было вот именно зарождение идеи, когда ты наигрывал это на пиано. Да? Пиано, записанное вон там, да, если не ошибаюсь. Да, это то самое пиано. Да, да. И, в принципе, опять-таки, вся музыка написана полностью на гараж-бенде. В данном случае на телефоне, на iPad совместно. Нравится отстроенный микс, нравится то, что нравится то, что в конце ты добавила. В конце изменения, да, там заканчивается, да, немного по-другому. И это реально прикольно звучит. Действительно, для джингла, возможно, достаточно будет там первых 20 секунд, но в целом весь трек реально звучит очень органично. Вполне возможно, ты сможешь использовать какие-то его части в других частях подкаста, и на этот момент у тебя уже есть готовый трек. Реально, он звучит классно, он довольно энергичный, и, по-моему, если не ошибаюсь, на мое собственное мнение, довольно четко отражает то, о чем ты будешь говорить в подкасте. Вот. А по второму треку, как и всегда, мне нравятся эксперименты, мне нравится, когда музыканты пытаются делать что-то такое, что ну, ближе к более редким жанрам. В данном случае я бы сказал, что первая часть звучит как ambient, вторая часть уже более как, типа как рок, наверное, да? И смешение ambient-а с роком — это уже само по себе, то есть в принципе, эти две вещи ну, не такие популярные, да? А тут еще и их смешение, их микс — это вообще вынос, реально. Классно, советую, ну, просто продолжай в том же духе. Мне кажется, если у тебя такое начало, то в дальнейшем будет еще круче. Классно. Да, круто. Спасибо большое. Можно, да? Так. По первому треку. Реально, вот пианино вы на диктофон записывали, да? Угу. Очень прям звучит. Я тоже думал, что за, ну, VST, короче. Реально. Оказывается, запись. Не, поэтому и он звучит, поэтому живо прям. И потом в конце, когда вы фейд-аут делаете основного бита, и тут пианино начинается обратно, это очень неожиданно и как-то, ну, удивили, реально, да. Потом по второму треку тоже, да, вот как Диас говорит, экспериментальный. И он прям грузит. Он очень... Когда вот вначале он под фильтр попадает сразу, это уже какое-то начало трипа и какое-то путешествие, вижу, до конца идешь. И реально, вот ритм интересный. Такой короткий, типа тарел, много... И поэтому просто слушаешь там,
пространства нет, что-то там напеть или начитать, ты просто слушаешь и грузишься, реально. Такое чувство у меня было. Да, делайте, реально, круто получается. Вот по поводу второго трека, эта идея, она вообще, ну, мне представляется, как, знаете, вот какие-то экшн-сцены в фильмах или еще где-то. Вот что-то мне это напоминает. То есть как будто что-то начинается, потом там что-то происходит. Типа как будто для фильма, то есть там не должно быть слов. Вот. Типа я бы мог представить, да, например, там крупный кадр, какой-то храм, и потом хоп, чуваки начинают сразу драться, да, там просто барабаны. Такой жесткий движ, скажем так. О? А, нет, это да, это буквально пару дней назад появилось. Ну, это кто-то принес, скажем так. А, есть еще желающие, ребята? Прерву ваш разговор. Да, Гуми. Да, я хочу, ну, обязательно высказать, задать свои комментарии, потому что мы учились вместе с Севиль. У Диаса под кураторством. И, во-первых, что я хочу сказать, вот, кто-то, ну, ребята ушли, да, вот, которым 18 лет. В общем, как, всем хочу сказать, вы много пропустили от того, что они пошли к Диасу, потому что у Диаса просто огромная библиотека знаний, но он постоянно что-то выдает. И я думаю, что мой трек, что Севиль трек, еще остальные мои треки, которые другие Севиль не показала, да, демки, они все под твоим влиянием написаны, ну, в любом случае, да, это чувствуется, и это круто, потому что мы только-только к этому пришли. Хорошо, я начала песни писать только полгода назад, но треки, то есть биты же мы вот-вот начали, и ты сразу нам говоришь: мне нравятся эксперименты, даешь нам слушать там Рамштайн, даешь нам слушать Radiohead. И, конечно, мы такие наслушались, и у нас сразу планка взлетела, и мы хотим тоже делать что-то такое сложное. От того, что делаешь сложно, уже голова кипит, что у Севиль, что у меня достаточно вот, ну, много, да, слоев получилось. И их еще вместе свести, это целая работа. Поэтому я же тоже Севиль работу слышала с самого начала, тоже я была свидетелем, как это все записывалось, да. Вот, я считаю, что в итоге очень красиво получилось, и жаль, что ты не слышала мой вариант, да, ты бы тоже оценила, но ничего, услышишь. И я слышала начало, оно же для меня уже знакомое, но концовку я слышу, ты прям переделала, как и я, в принципе. Мы такие, знаешь, наконец что-то решили кинуть, и в итоге получилось, что и история есть, и какая-то кульминация под конец. И мне вот эта идея нравится, и мне кажется, что мы этому понабрались именно у Radiohead. Потому что когда мы песню разбирали, у них же там есть вот такой момент затухания, а потом раз, в конце кульминация и заканчивается. Поэтому я считаю, у тебя круто получилось. Второй трек, он такой, действительно, как Ерсултан говорит, он грузит, но при этом звучит очень гармонично. Вот насколько я не люблю такие грузящие треки, но звучит очень гармонично, да. Поэтому реально продолжай. Будем вместе расти. Спасибо, Гуми. Я послушаю твою музыку в записи, потому что не успела с работы сегодня. Вот, поэтому если Диас еще объявит курс, обязательно, спасибо, обязательно, даже с нуля можете идти. Боже мой, вы не представляете. Мы тут по 4 часа сидели, и мне кажется, мы могли бы еще по 8 сидеть. Да. Было очень интересно, очень информативно, и нам было очень жаль, что курс заканчивается. Я, если честно, не уверен, хватит ли меня на 8 часов, но попробовать я готов. Рахмет Гуми, спасибо огромное. На этом наша сегодняшняя встреча подходит к концу. Ильяс, да, анонс? Какой-то анонс? Когда я об этом говорил? А, нет, если честно, может, я не так выразился. Я извиняюсь. Единственный мой анонс, это... Не-не, всегда есть что сказать. На самом деле я признателен, благодарен всем тем людям, которые досидели до самого конца. На самом деле это большое уважение ко всем остальным участникам. Я лично, персонально очень это ценю. Вот. Огромное вам спасибо за ваше внимание, за вашу активность, за то, что поддержали в нашем начинании того, что мы перешли на онлайн-трансляции. Это очень много значит для нас. Я считаю, сегодняшняя встреча прошла очень хорошо, очень
необычно, весело и насыщенно. Потому мне хочется верить, что все наши последующие встречи будут проходить как минимум на таком же уровне. Ну и завершая сегодняшнюю встречу, скажу, как обычно, по классике, всем огромное спасибо. Встретимся через 2 недели в этом же месте. Да, спасибо. Губи. Я хотела бы, да, пока все не ушли. Ребята, я помимо того, что я музыкант, изначально я вообще ментор по мышлению, работаю с творческими людьми, с бизнесменами, всякое такое. Мы совместно с Hema Art Space запускаю проект, который называется «Узне жет сен». То есть дойти до самого себя или обрети самого себя настоящего. Для творческих личностей нет какой-то определенной темы, это полная импровизация, будет интерактивная сессия. Начинаем мы 4 февраля, абсолютно бесплатно, здесь Hema Art Space. Поэтому следите за новостями, я еще попрошу Диаса. Ну, короче, я напишу еще в телеграм-чате и в инстаграме. Да, так что вот, буду очень рада вас видеть. Да, все-таки Ильяс был прав, у меня есть определенный анонс, я об этом забыл. Опять-таки, потому что то, что происходит сегодня, происходит впервые. Хотел бы сказать для всех наших YouTube-зрителей, что наша группа, во-первых, открыта для всех остальных проживающих во всех остальных городах Казахстана и не только Казахстана. И если у вас есть музыка, которой вы хотели бы поделиться и хотели бы, чтобы мы прослушали и дали свою... поделились своими мыслями о том, об этом треке, то вы можете также присылать их в нашу группу. На следующей встрече мы выделим определенное время для всех треков, которые будут присланы вами, уважаемые зрители нашей трансляции канала YouTube. На этом еще раз всем огромное спасибо. До свидания.